Друзья, всем привет! Сегодня будет очень обычная история, ну и как всегда на канале она будет очень необычная. В чем обычность? Потому что мы имеем Volkswagen, Volkswagen Golf серый, все классно, машина не имеет ни единого подкраса, машина имеет одного хозяина, 100 тысяч пробег, все официально, хрест на пузе буряком, вот только так может быть никак иначе. Ну, поставили 137, там заводской. Но я вижу, что оно крашено. Да не может оно быть пролезло. А еще что, каким чистили переднее сиденье? Мы там быстренько за 10 минут посмотрим, потом сразу едем регистрировать, потому что у меня нету времени. Не трогайте. У салона загорелась подушка безопасности, мы ее тушили, и это было как раз 30 километров назад. Друзья, по статистике я вижу, что канал смотрят, ну, больше 60% людей без подписки. Друзья, не сочтите за труд, нажмите кнопочку подписаться, можете не ставить колокольчик. Для чего это нужно? Для того, чтобы сделать более интересный, яркий контент. Вот мы несколько раз пытались зайти на интервью с большими интересными людьми, но они говорят, сколько, что, 100 тысяч подписчиков даже нет. Пацаны, идите гуляйте. Ребят, давайте сделаем 100 тысяч подписчиков, и тогда будет дополнительно еще контент интервью с интересными большими людьми. А вот теперь немножко деталей. Звонит ко мне вечером, накануне осмотра, парень и говорит, слушай, мы с тобой учились в одной школе, помоги, потому что твои парни, которые должны смотреть завтра автомобиль, они заболели. Добрый вечер. Мы с тобой знакомы, учились в школе одной. Запланировали на завтра осмотр машины. Я там подтянул всех людей, там у нас на завтра на сделку подъедет юрист компании. И человек, на которого будем оформлять машину, я срываюсь, и продавца там сориентировал на это время. То человек в последний момент сейчас пишет, что эксперт заболел, приехать никто не сможет, и, короче, давайте на другой день. Вот. У нас как бы с продавцом там уже ударили по рукам предварительно. Я так к этой машине подъезжал, смотрел, она там довольно привлекательно выглядит, но я чувствую, что там продает перекуп. Ну, у меня такие ощущения. То есть там и место встречи на атмосфере, мы возле рынка встречались. И как-то такие у меня подозрения. Хотя машина довольно привлекательная, я там сам ее потыкал толщиномером. У меня там недостаточно компетенции в этих делах, но так я там насколько мог там посмотрел ее. Она вроде в родном окрасе. И, ну, по большому счету меня интересует, там, ну, не была ли она бита, достоверный ли пробег. Там тоже декларируют, что она покупалась в Украине и 100 тысяч пробега на ней сейчас. Окей, давайте будем чего-то искать, выход из положения. В общем, долго мы общались и созванивались с парнем, который продает автомобиль. Кстати, позиционировалось, что он не перекуп, но по разговору я понимаю, что это 100% перекуп, но об этом немножко дальше. Так вот, договариваемся автомобиль осмотреть завтра, и мне парень, который продает автомобиль, говорит, окей, приезжай на Домосферу, мы там быстренько за 10 минут посмотрим, потом сразу едем регистрировать, потому что у меня нету времени. Я говорю, стопе, так никто смотреть не будет. СТО... Осмотр нет. На СТО я не поеду. Ну, на Южный, это... Вы туда, на Долгуновской? Да, Долгуновская, СНБ, где-то Днепровская набережная. Слушайте, это ваша станция какая-то или что? Да, это наша станция. Я вас понял. Тогда давайте, чтобы не было никому обидно, на нейтральную станцию записываемся на официал и все. А это какой автомобиль? Я просто не совсем теме, я руководитель... Volkswagen Golf. Ну, смотрите, Volkswagen Golf официал все равно переехать, это Днепровская набережная. Это Днепровская набережная. Я вас понимаю, я вам еще раз, вы, наверное, суть вглавливаете. Я вам говорю, что на какие-то ваши станции... Лад, замечательно, Днепровская набережная 16, официал, вы туда сможете поехали, приехать? Ну, смотрите, ситуация такая, что мне позвонили 5 минут назад. Я ищу варианты решения проблемы. Если на Днепровской набережной проблемы не будет посмотреть, то окей. Но для того, чтобы вам зря не ехать, завтра на Днепровской набережной в 9 утра надо сделать контрольный звонок и готовы ли они нас принять. Вы хотели на официальном сервисе? Окей, будет официальный сервис. Хорошо, хорошо. Тогда предварительно завтра в 9 утра контрольный звонок, верно? Тогда созваниваемся, да. Все, хорошо, спасибо. Договариваемся осмотреть автомобиль на СТО, естественно. Как для любого типа я не перекуп, но будем смотреть только на официалах. Естественно, мы понимаем, что это еще одно палево. Но нас не испугаешь. Официал так официал. Да, это тупо намного дороже. Это вот дороже, чем посмотреть автомобиль где-либо. Таким образом, часто людей, ну, немножко пугают. И они, ну, хорошо, типа мы купим автомобиль так, мы типа не боимся. Но нам нужно констатировать факт. В 9 утра мы договорились, что звоним на официал. Звоню на официал в 9 утра, конечно.
знаешь, там уже какая очередь. Ну, в общем, нету места на 9 утра. Договорились о том, что он приедет к нам, уже все хорошо. Он понял, что без осмотра автомобиль никто не купит. И пока мы с ним общались, я пробил его номер телефона. И за этим номером телефона 423 проданных автомобиля. А парень говорит: я не перекуп, просто машина моей сестры. Смотрим. И да, напоминаю о том, что машина, не битая машина, не имеет ни единого подкраса. Машина 100 тысяч километров пробег. И машину продают не перекуп, продают... Машина семьи продается, скажем. Так, 46, 43. Ампер мы не будем считать. 27, 37, 101, 58, 6. Нет, не крашеная она здесь. Сейчас мы до конца эту тему зацепим. Ну, объективно я видишь, я, да, что он крашеный? Не вижу, вижу только по прибору. Я на спор даже. Если бы не сказал, я бы говорил, машина. Я знаю, что она новая. Евгений, видел звонок, но сори, занят. 104, 108, 107, 2. Ну вот тут есть моменты вот так вот. Он крашеный, вот с этой стороны снаружи, внутри он не крашеный. Так, здесь проем 14, 78, не попал. 81. Так. Пообщавшись с парнем, который продает автомобиль, он мне рассказал вообще интересную историю. Договорились купить автомобиль еще неделю назад. То есть это не сегодня, а еще неделю назад должны были они купить этот автомобиль. Тогда эта машина стоила 11 300. Сейчас он говорит: парни, вот мне пофиг, 11 900 и кошка не ходи. Понятное дело, что они там сторговались, а сторговали они ж... Приятные $100 он уступил. Соответственно, неделю назад машину можно было купить за 11 300, а сейчас эту машину купили за 11 800. Так ли это на самом деле? Верить ли парню не перекупу? Не знаю. Подумайте сами. Но учитывая, вот если кто не видел, я оставлю ссылочку на Audi. Так вот, учитывая там, где прикурили, хотели прикурить 4500, а прикурили, грубо говоря, 2. Очень даже может быть, что это правда. Ну, в общем, вот такие жестокие реалии рынка. И вот сколько стоит сейчас такая машина, я не знаю. Я знаю, сколько она стоила тогда. Но видео не об этом. А, кстати, ладно, точно не буду. Есть еще RAV4, который... Блин, все, ладно, расскажу. Короче, есть RAV4, вот я его сегодня смотрел. Мы эту же машину смотрели точно так же. Нет, 2 месяца назад. Она тогда стоила 29, перекупы ее забрали еще дешевле. Сейчас эту же машину продают за 33. 33 тысячи долларов и уступает ровно $100. Теперь все, я пошел. Да, она 30 километров на ком-то назад в сервисе была. У меня жопки сбрасывали 30 километров назад. Чтобы вас не томить вот этим длительным видео и доставанием информации со всех блоков, я скажу коротко. 30 километров назад вся история нафиг, абсолютно вся была стерта. На вопрос, почему, он сказал: ну, здесь мы делали химчистку салона, загорелась подушка безопасности, мы ее тушили, и это было как раз 30 километров назад. А вот что там по салону, ну вот, дальше смотрите. По салону, ну мы по салону понимаем. А еще что, как химчистили переднее сиденье? Заднее химчистили, это повылазило. Но передайте привет пацанам. Да, потолок у нее целый, везде. Ну, это снимали, затертости по салону. В общем, техническое состояние у машины хорошее. Так, здесь красота. Здесь тоже красиво. Да, следы от полироля видны. Здесь целенько не отнималось. Я уже, в принципе, это вроде бы показывал. Сзади тут везде красота, можно, конечно, поднять, посмотреть, но смысла не вижу, я имею в виду под самой облицовкой. Так. Видно сравнение вот с этой стороны, как выглядит. Конечно, правой рукой снимать надо.
Вот, тут целенькая. Здесь тоже целенькая. Друзья, здесь важно пояснить то, что с одной стороны, когда снимаешь колпачок, там есть засечки, а с другой стороны снимаешь, засечек нет. Я это заказчику объяснил, а вот близко сфотографировать что-то как-то в этот раз не додумался. Зато поясняю словами. Снимаем, там есть засечки, значит двери снимались, а с другой стороны засечек нет, там все хорошо. Поэтому понимаем, что правая сторона дверей снималась. Поэтому я не вижу, чтобы они отнимались. Тут хорошо, здесь тоже хорошо. Мотор недавно не мылся. То есть он сейчас намылся очень давно. Вот чуть-чуть помпа. Чуть-чуть это что-то старое, когда что-то меняли. Не, помпу же не меняли, да? Помпу не меняли? Не, просто она... следы, такое ощущение, что внизу тут на нем такие. Старый антифриз. Я не вижу, чтобы она менялась. Я просто задал вопрос. Если бы, ну, это такая глобальная поломка. Если бы такое было, я бы знал. Да. Сухие, а хорошо. Защита закручена надежно. Да, ладно. Тарахтит так, что нифига слышно не будет. Пороги у нее не замятые. Аэродинамические. Везде целый. Ну, автомобиль целый с виду. Следов каких-то того, чтобы что-то здесь где-то что-то делалось. Вот вопрос у меня только к порогу пока. Потому что вот, если вот так вот поскрепим слегка такой... неестественно подмятый в разных сторонах. Вопросов даже к этому порогу меньше, несмотря на то, что он загнутый больше. Ну, посмотрим. Тоже чуть позже. Сейчас сниму защиту. Так, у переднего. Тут сухо. И тут тоже сухой. Красота. Значит, пошли сразу по задней части. Ни амортизаторы не течут, это то, что визуально. Но сейчас все посмотрим. Патрубок этот сорбера сухой. Вот здесь вот сбита краска, уже ржавчина пошла. Вот здесь вот. Друзья, если у вас случились вот такие вот сколы, ну вы понимаете, слышите, как водитель всегда, когда открываете дверь и когда есть какой-то звук, понимаете, что это уже скол. Возьмите лак для ногтей у своей жены, у девчонки, у супруги, что-нибудь, я имею в виду краску такую, замажьте хотя бы этим, и оно прослужит еще больше. Если этого не сделать и скол дошел до металла, оно начнет ржаветь, а как мы знаем, процесс ржавчины необратимый. И очень скоро этой штуке будет опа. Сбита краска, пошла ржавчина. Не трогать. Да, все понял, я сюда не лезу. Имеем слегка подмятые пороги вот с этой стороны. И чуть-чуть, совсем чуть-чуть тоже примяты с этой стороны. А так пока... Везде хорошенькие, красивые. Но вот здесь даже полированное видно, что она полированная и шагрень другая. Я не говорю, что то, что крашено, это приговор. Это неплохо. У меня с парнем неперекупом завязалась, ну, такая легкая конфликтная ситуация. Я говорю, порог крашеный. Вот этот вот порог, он крашен. Говорит, нет, нифига не крашен. Естественно, когда нужно привлечь чьё-то внимание, я всегда обращаюсь к каким-то там независимым экспертам. Независимым экспертом в этот раз проходил мимо соседнего СТО дядя Юра. Я говорю, ой, дядя Юра, иди сюда, а расскажи-ка нам, пожалуйста, вот что ты здесь видишь на этом автомобиле? Парни, нужен совет. Вот тут крашено или нет? Крыло крашено точно. Что-то? Крыло крашено. Не, я думаю, не крыло, а порог. Крыло крашено точно. Не, крыло имеется в виду вот тут заднее. Заднее мы еще не видели. Вот это все? Не, ну здесь да, ну хорошо, окей. Где крашено? Ну давайте, хорошо, потому что доказывайте, где крашено.
Так ну и что, что мусорили? О, ну, вы же знаете на одну деталь, сколько получается даже на BMW и на Мерседесе может быть мусорили. Нет, правильно? На Мерседесе согласен. Друзья, чем плохо крашеный порог? Ну, во-первых, если он вареный куском, ну, вследствие того, что был удар, и внутри не обработан, это печаль, это просто беда. Туда попадает конденсат, и все оно гниет из середины, и очень быстро проявляется наружу. В общем, сгниет быстро. А обработано оно в середине или нет, это надо разобрать часть салона, заглянуть туда эндоскопом и понять. То есть, это есть легкая проблема. И здесь сделано более-менее неплохо, но мы имеем снова поврежденный порог, его снова нужно делать. А с учетом того, что туда сыпется соль, реагенты, особенно зимой, проржавеет очень быстро и очень быстро будет беда. На Range Rover согласен. На Rover. Это просто концентр. На любой машине. Шагрень здесь не заводская. Ну и что, шагрень не заводская. Все, дядя Юра, спасибо. Так мы можем сейчас прибор поставить, так как получается? Ну поставили, смотри, 7, там заводской, но я вижу, что оно крашено. Да не может оно быть, вы же шагрень могли сбивать наждачкой, когда полировали машину и нарушить шагрень. Ну что, ну как крашено, хорошо, куда переход заводили? Это такой цвет, там не получится по-другому. Ну, переход нет. А я все равно говорю, что крашено. Справедливости ради надо сказать, что мы заморочились до такой степени, что эту машину мы протащили по всем страховым компаниям, по которым я только знаю. И одна из них выдала результат о том, что этот автомобиль ремонтировался. И как вы думаете, что там ремонтировалось? Правильно, порог из-за того, что он куда-то наехал. Там без мяса, там без замены частей, там рихтовка порога, покраска порога. Ничего страшного в этом нет, но почему промолчал, вообще непонятно. Ну, здесь два варианта развития событий. Либо он действительно не знал, ну, либо же, как всегда, как положено в жизни, включил талантливого идиота, и так получилось, что, ну, не знал. Как-то так. Что по сайлентблокам? Такие, ну, здесь. Вот. Можно показать. Вот, видишь? А, не, ну, вот. Трещина, но целый. Ну, целый. Виновно, что поддон об защиту трет, надо бы что-то проложить. Друзья, естественно, ненормально, когда защита трет об поддон. Ненормально, потому что при разгоне идет звон, звук неприятный. Но самое большое ненормальное, это то, что вот каждый чув, каждый тир протирает вот этот поддон. И когда-нибудь он просто станет дырявый, и все масло нафиг вытечет. Так вот, для того, чтобы этого не было, поставьте какие-то шайбы под болты крепления. Надо чуть-чуть эту защиту убрать. Ну, либо же ее выгнуть, либо еще что-то. Меры принять нужно. А так, я смотрю, он не разбирался, не откручивался вообще здесь ни. Я думаю, вряд ли, честно, но не буду. Не. Категорически нет, я при ремонте не присутствовал. Ну, загонять я загонял, ну, на ремонт. Я вижу, что двигатель, как минимум, вмешательства не было. Нет, в него. Двигатель точно не было. Я имею в виду, что даже в поддон, ну, не буду. Не, поддон, я думаю, это натерло защитой, потому что вот характерная плоскость, и она не свежая, и где-то так вот так придавила. У нее не первая машина, ну, я имею в виду, ее машина. Ну, вот это... тема, которую трогать не нужно. Друзья, вот здесь вот правильно сказать, что это нормально. Да, в осознании любого человека это ненормально, но это, ну, нормально для Volkswagen, назовем так, для инженеров. Потому что вот эта вот планка, она практически без грунта. Она вот в таком покрытии, в котором она есть. И для того, чтобы она жила долго счастливо, вот новые автомобили, не поленитесь, возьмите, обработайте ее либо барашком, либо еще каким-то пушечным салом, каким-то говном, и оно прослужит еще больше. Если вы уже купили машину с такой планкой нижней, снимите, выкиньте, купите новую, обработайте, повесьте, и будет ездить оно долго и счастливо. Но вообще у очень-очень многих Volkswagen, не знаю почему, вот эта часть, она тупо ржавая. И это не нормально, но в общей массе это нормально. Что это держите? Это нижняя часть телевизора. Да, откручивается вот 4 болта, 2 здесь, 2 здесь, и ставится новое. Что-то, если честно, что-то на Volkswagen не похоже.
Не, реально часто. Смотри, не, я имею в виду, что сам завод не предусмотрел инженеры эту херню. Тут же как? Они предусмотрели, они не думали, что в Украине такая будет дорога и все остальное. Вопрос предусмотрели, но на гарантийный срок, а дальше заинтересованы в том, чтобы оно пошло куда-то дальше. Глубокая трещина. А трещина на что-то? Она уже на... А, все, понял. Ну, трещина. Ну, трещина. Давайте так. Не-не-не, это... Стоп. Не, я не знаю, объективно, в каком плане. Слово до новой машины, никто ее дано. Верно. Но констатация факта разорвана и трещина... Знаешь, как бывает? Приезжаешь на мерседесовское СТО, трещина, все, менять нафиг. Я здесь говорю, что до весны просто наблюдать. Посмотрим. Я думаю, здесь можно закрывать. В принципе, здесь ничего не течет, соплей нету. Мы имеем здесь потрескавшиеся сайлентблоки передних рычагов, задние. По стойкам целые. Привода я посмотрел целые. Турбина сухая. Стоп, термостат. Термостат. Ну так... Так, красота. Окей, вешаем, опускаем. А шаровые смотрел? Да. И что? Шикардос. Это красота. Сейчас опустится, еще позаглядываем. Так, здесь не вижу. Тут нормально. Тут хорошо. Плохо, что она в такой пыли, мелких царапин не видно. Ну да ладно. Для 100 тысяч пробега это тупо не критично. Но тут не разбиралась. Я не вижу, чтобы она разбиралась здесь. Здесь тоже красота. Везде очень красивый, за исключением правого порога. Друзья, и зафиналить хотелось бы в формате того, что не будем говорить о конкретном автомобиле. Я расскажу, в принципе, про Гольф. Гольф — это очень популярная машина. Ну, на данный момент Гольф пользуется большой популярностью. И эта машина, понятное дело, что она не так, как Lexus, она много в цене по сравнению с Lexus, потеряет больше, нежели Lexus. Но тем не менее, все равно у этой машины была жизнь раньше и будет жизнь еще дальше. И молодежный автомобиль тоже можно назвать автомобиль как молодежный, так для пенсионеров, для всех возрастов. Да, хотя если кто со мной не согласен, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Друзья, я только что позвонил заказчику, дабы уточнить, история вообще имеет этот вес или нет. Ну, имеется в виду 11300, 11800. Так вот, история несколько отличается с той, что рассказывает парень не перекуп, и с той, что рассказывает наш заказчик Андрей. Так вот, изначально машина стоила 12, машина потом после торга начала стоить 11800. И никакой речи про 11300 не было. Так вот, на этом фоне, может быть, перекупы просто какая-то фишка у них новая. Ну, я не знаю. Создают ажиотаж, создают на фоне того, что сейчас действительно вакуум в машинах, и цены чуть-чуть идут, и они пользуются тем, что не возьмешь сейчас за 11300, мы потом поставим 11800. В данном случае это факт неподтвержденный, но таких фактов, подтвержденных уже нами, достаточное количество. Друзья, будьте бдительны. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Ну а с вами был Николай Тарануха, Киев, компания 1авто. Всем удачи на дорогах, всем пока-пока. Ну а мы, наверное, пошли собирать американского корейца с итальянским сердцем. Интересно, народ угадает, что это за машина или нет?